Доброе утро! Тебе же надо на большой стульчик учиться. Этот уже убирать надо отсюда. А, этот стульчик? Да. Привет, сына! Игра, ну покажи, Афоня, на спине покажи. Папа раскручивает спиннер и детям, и детей щекотит, да? Щекотно, Афоня? Массажер. Да. Современные игры, да? Да. Осталось. Держи ноги ровно. На пятке спиннер. Осталось только на одном органе, который еще не крутил. Пап, я думаю, что некоторые умельцы на нем уже крутили. Оп! Всего упал туда. Сирогида. Иди, я там видел. Эроина. Сейчас я буду нагреть под воду. У нас завтрак. У детей макароны, потому что нам же далеко ехать, да? Молится. А у мамы борщ. А у меня борщ. Ну, да. Поэтому всем приятного аппетита. Дядя Лёня. Да, дедушки Лёни, да. Дядя Лёня. Да это кто такая? Ты а кто? Баба. Ты баба? Бабушка, а как же ещё? Мне тут Анюрка нравилась. Ну, это Анна. А там кто? А там кто? Там люди живут. Там? А Надя там. А ты кто, бабушка? Там. Старенькая. Так. Ты как эта бабушка Яга. Так. Старенькая. Беззубенькая бабушка. Бу-бу. Фоня берет и мячик, и машину. Я уже вот собрала чемодан, сумку нашу, ну, Гришину с карате. Все наши вещи, зарядки. Я сделала кофе. Телефон, главное, не забыть. Так, ну что, мы выехали ровно в 9, кстати. Дети у нас. Вечера. Дядюшки Лёнь. Вечером мы выехали. Собирались в 9 утра, а выехали в 9 вечера. В общем, там ветер на улице бушует. Прям реально бушует, вот сейчас будет слышно. Да ты лучше на деревья пока, как видно. Ты думаешь, они увидят скорость ветра, что ли, как он проносится, знаете? Да. Заехали сейчас в люкс, папа сейчас наш зальет воды в омыватель. Потому что здесь эти мошки, они нас замучат, пока мы доедем. Тут уже все стекло. Когда я Сержиня обратно ехал, уже воды не было. Сейчас он 2 полторашки купил. Кударянка! Да? Это в честь тебя уже. Да. Да, это в Медведовской. Ну, при въезде в Медведовку с левой стороны здесь какой-то там пивоварня, что-то такое написано из сруба, типа ресторан, Кутарянка называется. Сейчас красиво, пшеница золотая такая. Туча впереди. Это мы где уже, Каневскую проехали, да? Да, на Новоминскую. Вообще там такая туча. Сегодня, конечно, погода нам не морская, не для моря. Может, в парк кто-то сходим. Послушаем Бестрягина. Ну, то, что ты туда и хочешь, да? Нет. Я бы на море, если честно. Мы, по-моему, догоняем дождик. Потому что уже капает, да? Он белый, глянь, он дальше. Что там идет вдали? Тут дворники с матом. Да, тут так скрипят. Еще вот едет. Уже сильней. Да, там все в пелене, да? Солнце впереди, он светит, да? И небо голубое. Опа-на! Вон туча.
Заехали вот на заправку, на Лукойл. Сейчас заправимся, тут гляньте, как розы красиво цветут. Чем у тебя? Угу, очень красивые, да, и разноцветные, посмотри, какие. У нас такие были, мы бы в садик принесли какие-то. Да, Антоша любит в садик все носить. Да. Еще гортензии какие-то же красивые. Да, красивые. Я видел, как все вот. Все, мы выехали. Это где мы заправлялись? В Новоминской. С молоком. Да, в Новоминской. Я люблю с молоком. Я даже не знаю. Двухколесная? Или да, четырех. А, значит, брычка. Да. Идет спокойно. Новоминской там. Да. На Лукойл ей тоже надо заехать. Ей на Лукойл. Да. Тут еще поле свеклы. Это какая сахарная? Да, оно столько сахарное. Кормовую вряд ли. Ну, да, и такое поле, тем более большое. Мы уже что-то убрали, да, на стену? Да, для поля прям все положено, да. Пшеничка вся повалена. Тут вообще все поле. Там хоть кусками, а тут вообще как сильно. Сейчас сад прям, вообще вода, наверное, текла, такие лужи, но сейчас здесь не видно, да, вот там вначале чуть не длины, так, да, так там вообще. Это мы где? Щербинов? Старощербиновки. Да, в Старощербиновке, конечно, тут ливняка, наверное, сильная, но даже шипы пшеницы видно, что все повалено. Скоро приедем сюда. Какие? Я их даже не вижу. Я снимаю, но даже не вижу, что снимаю. Зовые порты. Вообще видно? А вот два самолета. А что ты снимаешь? Вот два самолета летят, видишь? Лягушатник, как его называют. Нереально. А сейчас вывозят туда на косу, где реально, да? Да. Всегда эта коса считалась самой опасной. Там два течения встречаются. Желтая пшеничка. Здесь не повалено. Наверное, здесь такого дождя бешеного не было. Ну, это же Ейск. Да, тут же дождей мало всегда. Что такое, мышка? Раиса. У таксиста. Смешно. Это
видать, хреново у него получается с зарплатой, что даже мыши бегут. Повесилось. Да, повесилось. Вот там папа тебя переобул, покажи. Все, пристегиваемся. Едем дальше. До Камышеватска. Ейск проехали, да? Да, да, Лёни. До дедушки Лёни, да? Да, да, Лёни. Все, мы заехали в Камышеватск. И тут, глянь, корова куда пошла. Тут даже все подсолнух и не брызгали. Ля, куда пошла, да? Сейчас уже Гришку увидим, да? Да ничего, пока рано, сына, сейчас еще мы не доехали. Ну что, я пешком пойду. Газовая труба. Гордость стоит. Да, какой поток. Да. Мам, смотри, какая гигантская коровка. Да, тут коровку видите, дети. Я тут думаю, что молоко в магните в пакетах продается, да? Мы уже подъезжаем, Гришку увидим. Ты соскучился за братом? Да. И ты соскучился? Да. Да. И мой хороший. Вишни какие красивые. Для сколько много, да? А, я соскучился. Соскучился. Приехали? Да. Ой, цветов сколько у бабушки. Для лилии уже распустились. Это говорю. Давай, тебя же расстегивать надо. Плитку, а я ж не видела плитку. Привет. Привет, сын. Ну что ты? Ничего. Как дела? Нормально. А, чуть не упал. Иди, да ты. И не обгорел ты так. Загорел. Вы лопатки не видели. Привет. Кнопка, привет. Привет, мой маленький. Привет, Кнопа. Где твоя это рыба? Здесь вот это где-то 16 штук, это я 2 дня. Руками вытащил один позавчера в магазинах. Да вы что? Что вы там покупали? Ну там фанта, пирожков кучу. Да я думала, вы напекли, вы купили. Как тебе пряники, Григорий? Даже спили. Крутите. Что, горячие? Гляньте, кабачков хоть башка. Это вам. Ух ты, а что, это печенье делать? Пряники. Это кушать. А, это пряники? Уже кушать. Вот, покажу, нельзя тебе очень. А это чайник. Печать. А это ты, если подвинешь, за... это пилот. Ты будешь скучать за ними. Что, скучаешь? Ну да. Ну звонил же каждый день-то нам. Звонил же, Гриша, говорю, что а каждый... А тут иде, я ж не бачила это, а тут иде один раз и слезы вытирая. А я кажу, що, Гриша, з мамкою побалакав, так кажу, плакав. Та ні. Ой, баба та бідна старається, старається йому. А він, що він, отаку курицю заділала, ти що? Там, знаєш, хто зна що. І не схотів їсти, да, може кусочок який. Да, башка кабачков нам нажарила. Діді, обідаєм. Лазарет. Так, собираемся, куда есть мы ехать? Нужен ключ. Куда мы собираемся, сынок? На море. На море, да. Здесь нужен но купаться ключ. Я не знаю, навряд ли. Тут гляньте напротив. Здесь домик, какие. Открывать. Какая красота растет. Я же не знаю, как это называется, но очень красивая. Это где? Я не знаю, это не лаванда, сижу? Нет, это что такое фиолетовенькое? Это кажется лаванда, она есть. Не, как красиво, да? Гришки, гляньте, клевое, какое попалось на этом. Ну, в киндере, в общем. Мне кажется, здоровская игрушка. Сараминская, а то сады на кольце. Идем смотреть цветы. Гляньте, сколько здесь лилий. Пшеница вся лежит. Это где-нибудь лачочек стоит, а сама вся лежит. Красота. И роз сколько у бабушки, да? Да. Обалдеть. Мам, у нас такие же есть уже. Где? Вот эти. В садике? Да. Да. А что они нету пчел? Ты что, хочешь, чтобы тебя пчела укусила? Ой, а вот эти вот бордюрные розы маленькие. Я от них вообще балдею.
какие они красивые. И цвет такой нежный. А вот это супер, да? Супер одуванчик. Вау, кайф. Супер одуванчик. Ну, он поломан. Синевиня. Давай, с одуванчиком? Да. Миша, тут нам экскурсию. Ты посмотри, какая алыча вот у папани. Где она? Надо, а вон, за вот этим деревом, вон она. Ага. Ух ты. Будет, Серега, когда прививать будет летом. Вот это, смотри, вот это дала целое ведро. Вот это черешенька? Ну, вроде такая прям маленькая-маленькая. Ну, да. А дала целое ведро. Ты нарвал, да? Ну, и дедушка. Он верхние ветки, а я вот сюда... Вставал и тоже рвал наверху. Это какая была? Желтая, да? Да, желтая. Вишня. Черешня желтая. Нет, ну ладно, черешня, это вишня. Малина у них только начинает. Ну да, мы уже да, хорошо собираем. Мам, а вот алыча, Сержиня, про которую говорил. Мам, вот эта штука, конечно, обалденная. Ты все хочешь? Ну просто красиво, да? Необычно. Обалденный лопух, слушай. Класс. Динозавры? Афанасий, у тебя что здесь? Все хорошо, сынок? Да, ты катаешь? Сейчас едем на море, на какой-то лагерь, где Григорий руками ловил рыбу. Это там раньше лагерь стоял просто. Да, и он сейчас разрушенный, да? Сибирь. Сибирь, да, для меня слово лагерь, это какие-то сибирские лагеря. У нас, подожди. Деда Белл. Не обобщай у нас. У нас в Сибири. Да, в Камышевске были другие лагеря. В общем, едем сейчас, посмотрим. Что, кирпичный завод? Да, был, да, был. Я еще застал, он даже немножко еще работал при мне, но это давно-давно, ну, лет да, 20 лет назад. Ехать по такой дороге вообще здорово, когда с двух сторон это. А отсюда можно попробовать дорогу через поля выехать на Ясенку. Летом всегда вот так вот. Сейчас так, когда кущев, дождя нету, да? Да, Кущевка всегда вот так вот ездила. Там вот поглубже, видишь, где коричневый, ну, это да. Что там шторм. И вот представляешь, мы пешком, чтобы поставить 10 метров, вот здесь, вон до второго острова аж доходили, чтобы поставить сетку 10 метров. Детство у тебя, да? Поймать там два пеленгасика, там два окушка и может там карась. Я ж туда шли, так там ил, воды вот так вот, ила вот так вот. Ила, водоросли, камка. Это где зеленая? Вот да, это, да, 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 вот это ж выступ. Вот это лагерь, а это? А-а-а. Да, и, ну вообще там раньше лодочные станции, но я уже не застал его. То есть я не помню. Это, наверное, в советское время. Ну да, я не помню его. Я помню там построили, где были там раньше браконьеры собирались, ну в них, это я помню. В них это, а... Потому что вон же, что там мы же были на той стороне, видишь? А ты там, наверное, ни разу не был? Нет, я вообще вот не думала же, даже, вот что в эту сторону ехать. Кот, помнишь, мы оттуда да, заезжали? Да, вот да, это да. А мы, получается, с другой стороны. А вон зеленая полянка, вот там лагерь. Так мы сейчас туда, на зеленую полянку? Получается, за нее, получается. А-а-а. Да. Но это не полянка, там камыш выше человека. Это кажется, что а-а-а. Там все так хорошо. Птичек. Раньше вот тут травы и не было, его все на сенокос косили. Тут целая война была за вот такие вот полянки. Угу, ну да, тут хорошая. Да, а сейчас его... Сейчас оно никому. И никому. Вот спуск, так держимся, все понятно? Потому держись. Тут, видать, и не помню. О, гля, мама, спуск. Угу. Я его включим и потихоньку. Ваня же рассказывал это, когда-то ехали, как... Мы спустились, теперь вот не знаю, куда мы. Здесь просто походу домик этих ворон, знаешь, тут никого, наверное, нет, да?
А вот деда. А здесь вот этот пальчик. Вот видишь, пирсы, вот сетка чья-то либо стоит, вот либо... Один, наверное, она уже. Да, как тут здорово. Берег вообще здорово. А вот же обрыв, вот тоже у нас до Ясенки туда идет. А, вот этот обрывчик? Да. Кнопа уже, глянь. Поймал рыбу! Настоящую! Обалдеть, я уже поймал! Так давай я помою ее. Да помойте. Афоня, уже рыба, бери рыбу, сынок. Пират! Гриша опять поймал! Папа, Гриша уже тонул! Гриша опять поймал? Опять поймал. Тебе работы, да, сынок? По голове. Да прости. Ну бери его. Не бойся, Афон. Он мне очень больно кусает. Он был хороший.
греется мой мальчик рыбак. Я большую часть поймал. Ты все поймал. Ну, папа там еще ловил чуть-чуть, да? Сколько рыбы? Чайка села вон на воду. Дриха, какой-то там ловушка. Ой, а чайки как тут, да? Возмущается как? Кнопка! Из других увидела чужих! Да? Покажись, что папа вытянул! Ого, сколько папа! Это из трубы! Папа трубу вытянул! И столько там было крючков, да? 12 штук! 12? Полный пакет? Так, ну что, будем уезжать, это уже ветер какой-то нехороший, да, и тучи прям что-то сильные. Тихо, камень. Рок. Ой, ну душу отвел. Труба где будет выходить. Дедушка домик. И дым сразу, что типа живут. Во. И роспись этого, и как это? И стирайте его. И стирайте сразу, дед. Росписи художника. Во. Ничего себе. А мы в парк. Машите дедушке пока. Пока, дедушка. Давайте, счастливо вам отдохнуть. Да, поедем. Что это? Дедушка Леша. Дождь не дойдет, что-то бочком. Да. Дождь, выехали в парк, называется, и дождь пошел. Да? Ехали в Ейск.
нас море везде, да? Море нас преследует. Смотри, у всех море. Море по колено. Бля, тут глянь, Андрей, что творит. Бля, как тут. Это вообще реально, как будто вода прям, да, стоит? Так вот здесь всегда... Ля-ля, по тротуару. Представляешь, что в домах там? Ну, дом, до домов еще не... Прикинь, как асфальт отполируется. Блядь! Да, как? Он уже от нас стоит. Нас опрыскивают! Спасибо! Бабай на Ниве. Ай, вообще... Мы хотели в парк, а мы хотели на пляж, да? А он и этот... он отдыхающий убегает. Этот в шоке малой. Малой, да, где отдыхает. Боже. А, я в шоке сама. Говорят, у нас дороги на хуторе плохие. Тут даже красный свет горит. И сейчас на Наре, представляешь, шестерка-то сейчас. Это ж какая у нас, ростовская или нет? Не знаю, я тут что-то не видел. С этой стороны глубоко. О, зеленый же. А, да, ростовская. Ну, вот она всю жизнь. Для сейчас, по идее, должна туда течь. Сейчас мы... Да, как дом на зиме, а? Видишь, что офигели дело. Люди. Ну да, у них вот дорога, а там еще... А там вода, вода. Стоит, вон полностью вода. Да, дом насколько ниже. Выходит он. Корабли, да? Угу. Красота. Тут мне нравится. Тут мне нравится смотреть на них. Это мы уже куда? К пляжу, да, приехали? Да, и тут тоже вода. Вода есть. О, мама, он круги продается, сейчас не может. Да, круги продаются тут точно. Да, сейчас зацеплять. Есть типа Патриот, а вот, на пляж. Потом, туда же все такие идем. Вау! Это на пляж. Тут не надо даже не сходя с места, да? Да, зачем тут на пляж? Карусели тут все. Кристина какая-то появилась. Или она была? Она была. Кристина, да? Может, не Кристина. Мам, я упаду. Вот, да? Рыбачок уже готовый, да? Готовый? Ну, в смысле, готовый рыбачить. Я по самому горку. Ну да, прям. О, какой поршик, как раз. Как раз мы здесь катаемся, да? Тихо, зая, тут люди! Да, они же на камеру снимают. Да, сейчас это... Каменка, да, где Гриша? С папой тогда ловили в прошлый раз бычков, да, на вот этой? Может, креветок. Он уже батутик поставил. Да, здесь уже все для отдыхающих. Это не то, что вы тогда ездили. Беларусь, да. Столовая. Типа как там в Сочи, да, гостевой дом такой. Вот это сейчас впереди наш 69-й регион. Но я не море, меня не волнует, да? Это мы где? Как это называется? Где дельфинарий, да, здесь же? Где-то или не здесь? Да, да, да. Тут. Аквапарк? Ой, да. Как это? Как он называется? Камень, да. А, ну и аквапарк, да. Да, этот, здесь, да, 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 да. Здесь тоже
столько машин всех регионов, каких хочешь, по-моему. Много туда. Ну да, здесь море, вот уже через железную дорогу, да, уже вниз и море. Каменка, да, точно называется. Так, приехали мы в парк, но тут все равно мелкий-мелкий такой морось. А я не взяла зонтик, Зай, возьми, пожалуйста. Так, здесь, ну, билеты вообще, да, 1800, бешеные цены в этом что-то цирке. Никого, парк пустой, да? А в цирке слышно, что кто-то... Скоро. Давай ручку, ну такой дождь был, конечно, да? Вот на сцене никого. Пусто. Нет, работает, да, Фонька? А то сейчас все мокрое, все спущены батуты. Ой, прескурансен. Что? 50, 50, 60, 150. Тут так красиво, но дождь нам все испортил. Да, сынок, дождь нам все испортил, да? Дождь испортил нам, да? Кому это памятник? Сейчас пошли почитаем, кому памятник? Пойди прочитай, Гриш, кто там? Кому памятник? Петр... Петра и Февронии, наверное, да? Да, здрасте, там. Да. Князь Петр. Петр. И княги. Кто был сижусь? А, рыба вот это. Фонька смотрит. Ой. Ух ты, Гришка уже два раза. Молодец. Три. Молодец. Есть магнитик, есть магнитик, магнитики, графики, птички, скорпионы, лизуны, ложки, сувенирчики, вырастайки, лошадки, такие магнитики. И вот, вот тут. Что ты хочешь? Лизуны, магнитики или капитошки? Что ты хочешь? Или брелки? Брелок? Брелок есть, мячик, брелочек есть. Ракушка, потом лошадка, потом фонарик. Скажи, Григорий, что ты? Ракушка? Нормально, 4. Угу. Давай, Антош, теперь ты? Да. Антоха будет. Оба-на, Антоха! Раз. Ой. Надо же. Давай. Еще туда я умудрился закинуть. Два. Давай. Ришка, сколько? Три? Четыре. Три. Давай, сынок. Четыре. Антон давай. Сергеевич. Пять. Шесть. Ура. Молодец. Выбирай любую игрушечку с этой стеночки, либо спиннер. Спиннер, бери. Ты же какого цвета? Синего бери. У него зеленого есть? Синий? Или скажи. Желтый? Да синий мне тоже нравится. Поднимай. Да, я бы тоже хотела что-то. Ничего страшного. Ну теперь жопа грязная. Да ничего. Ты видел? Да. А он вам? Да, вот туда он зашел. А тебе салфетки нет уже? Нет. Ну сейчас. Ты дома. Это мой. Надо было сумку сейчас с вещами своими. Да. Пирацина. Пап, может ты? Я? Да ты что? Давай ты. Да ты чё? А чё, а чё я? Я обязательно в промежутке буду попасть. Машка, у меня... Да ты вообще крутой, чувак. Видишь,
тебя зеленый есть, теперь у тебя... Да ты хочешь? Коллекцию собираешь. А? Машину? Какую машину? Тут нету машины. Пошли смотреть. Пошли в какой-то магазин. Ну и что, тут интересно? Куча всяких карт веселых, да? Медалей. Всяких интересных дипломов. Какие там маски клевые, да? А что это? Это уже электрический. Ну, светящий. Да, там микросхема, он же светится. Он же, видишь, светится. И змеи, гляньте, какие круглые еще змейки есть. Угу. Карасиная рыба. Петух. Ой, петух-попугай. Питаться ставить. А? Не надо. Замочков. Здесь все по 25 рублей. Ой, я не сюда. Шарики. Мячики. Тебе что, маски такие нравятся, Антоха? Да. Мне вообще не нравятся страшилки. Да ты что, маму будешь пугать? Не надо. Светится все, да? Но люди вышли немножко, то мы шли вообще сами. Зайти здесь какой-то панда-парк, там типа батутов, да, что-то, в кубики прыгать. Пошли. В общем, панда-парк отменяется, там все сыро, несмотря на то, что под крышей. А стоит вообще 350 рублей. Ну, вообще интересный, да, такой? Нет, это вообще сыро, там вода. Ну да, там влажно, сыро все равно. Потому что дождь нам, конечно, все испортил. Дети себе спиннеры уже светящиеся нашли. Ты доволен, Антоха? Покажи. А это мыльные, пусть это мыльные, мыльные пузыри, да? Да, 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 пусть, да, пусть. Да, да. Это мыльные пузыри, а фон тебе нравится такой? Да. Считайте, девушка, вот это. Смотрите, это уже батарейки так сам сядут. Он батарейки? Ну, это он. Для чего ты одеваешь очки, чтобы закрыть глаза? Не забывай. А вот попробовали. Сами бы потом. Не, наверное, сразу было лопаты его это все прочувствовать. Смотрим пока прямо, головой не крути. Так, вот рассказывай теперь, видно тебе хорошо. На глазах очки поправляй, делай выше, ниже, находи. Двумя руками, прям можно не держаться, не бойся, ты же сидишь. Двумя руками бери и поправляй. Да не держись. А, ну все, все, все. Руки на колени положи, не бойся. Не колени на руки, а руки на колени. Там оглядывайся по сторонам, две девушки рядом с тобой сидят. Да? Посмотри, наверх. Наверх. Если кто-то черную штуку, на себя руками опускай. Все, застегнулись, я все на дороге. Я всегда стою рядом, знаете, вот тут. Заодно посмотри. Минус один. Что, а вот я парламенту могу? Я думаю, сейчас отрисую. Ну как тебе? Давайте. Ты? Да нет, я не хочу. Глаза не закрывал. Сядьте, серьезно. Да вы что, вы хотите, Антоша, чтобы ваше кресло упало? Папа, Антоша! Поверьте мне, на. Оно выдерживает очень много. Папа будет. Только голову не ударьтесь, аккуратно, присядьте, пожалуйста. Ничего вы тут не сломаете. Тебе уже хватит 5 секунд. Седок, время просите. Сами глаза попали. Папа, я говорю, это русского. Видно, хорошо? А вот так, когда вверх смотришь, ты вверх голову дает так. Сидят? Посмотрите, наверх. А уже нет. Все, буквально чуть-чуть вам хватит. Вы вот не ходите, если то смотрите. Все? Нет, я вообще не люблю такие. Вот это в Майнкрафте. А он у нас тоже не трусишка. Тоже не трусишка. Ну все, самое главное. Наташа, я говорю, не надо. Вот потом вверх будет смотреть. Неудобно? Смотри, ничего не бойся, всегда помни о том, что все это не по-настоящему. Наташа, поправляй, если тебе удобно, чтобы не перегибать, и все было хорошо. Ему что-нибудь полегче надо.
Завтра что тут? Лучшая реакция детей, мне кажется. А, дорогая, мы сидим, оглядываемся по сторонам. Легче будем привыкнуть, и заодно подождите. Город очень большой и здесь. Мне нравится. Мало, мы еще не начали ничего. Мне 5 секунд хватило. Антош, ну как тебе понравилось? А? Тебе понравилось? Смотри, там это тебя вверх головой так прокатывает. Вверх головой так прокатывает. У тебя же колени начинают дрожать. Да? Тормоза так. Ну как, страшно было, когда ты вот только вверх смотришь? For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I am.